Есть у меня одна традиция. Каждый год в декабре я летаю в Грозный. Шучу, на самом деле. Всем привет. Летим с парой замечательных парней в Грозный на турнир от Федерации ВБЖЖ. Встречаемся с друзьями, садимся в самолет, ну и посмотрите, что из этого получится. Где могли встретиться парни, которые летят из Москвы на соревнования? Естественно, в баре. Али, привет. Всем привет, ребят, как вас дела? Вот еду со своими учениками смотреть, как они, ну или как их, ну вы поняли. Здорово, Иван. Привет, привет, ребят. Я думаю... прийти и всех победить. Вот мой план на схватку. Я ничего не знаю, пацаны, в Чечне очень вкусно кормят, я еду туда за этим. Так. Ну, я у окна возьму. Вов, ты здесь спишь? Тебе звонить будет. Будут? Там, тебе с телефона. Две пиццы совсем. Какие пиццы? Две пиццы, пожалуйста. Хачапури. Я, слушай, не помнишь, этот тамагав? Такой огромный кусок мяса прямо на площади. Стейкхаус, да, я не вспомнил. Классный зал. Да, вообще шикарно. Слева это судьи, семинары. Раньше это волонтеры, тоже семинар по-своему. К сожалению, 6 на 6 не уложились. Длину можно было, да, но в ширину 6 на 6 укладывают из-за столов, короче, да. Поэтому в один ряд их ложить мы не захотели. Короче, по сценарию пока идем так. Да нормально, в принципе. Главное адаптироваться. Ну, будет хороший поход, должны всю грамму адаптироваться и работать. Ну, вроде бы все уже подготовили. Ждем завтрашнего дня. Сколько зарегистрировалось участников? Почти 500 человек зарегистрировалось. И мы закрыли регистрацию, потому что больше мы уже не поймем. По времени бы не успели, да? Не успели бы. А так, после закрытия тоже на очень много писали, звонили, просили, чтобы их тоже зарегистрировали. Но мы как бы всем отказали. Такой вопрос. Много ли было ребят, которые там в белые пояса лезли с рекордом по ММА, там, со званиями в спорте, в синие пояса, выше своих поясов? Да, вначале было. Мы потом уже, когда много людей увидели, там, ММАшников, которые есть профбои среди белых, мы им сообщили, что нельзя по белым выступать. Но они не знали, так как по джиу-джитсу, грэпплингу мало что понимают. И мы им сообщили, они все исправили. У меня вес 74 500. А должен быть? 74. Отлично, у нас как раз с ним 1,5 килограмма. Ну, у меня вообще все нормально, у него 1,5 килограмма вес. Мы сейчас поедем кушать, а ты будешь завидно смотреть на нас. Да, я завтра в обед борюсь, я сгоню сейчас, я поем сейчас. Я это слышал, да. Он такой перед аэропортом. Посмотрим, брат, бросай себе вызов. Гонку привез я, походу, для тебя. Да, да, да. Смотрите, первое. Тейк даун, это когда ты валишься там, да, то есть, ну, тейк даун, повалить, это тейк даун. Повалил, это я смог, да. Да, да, это только двухбалльный тейк даун. Ненавижу борьбу. Обожаю спать. Если бы не эти мерзкие спортсмены, я бы сейчас спал дома в тепле. Собрались тут. Ничего сказать. Выспались. Наверное, выспались. Сейчас чуть позавтракаю. Я буду догонять вес, если придется.
А вот весь он поэтому завтракает. Скромно, скромно. С твоим запасом можно было бы нормально поесть. Ну тебе бороться скоро. Неизвестно какой запас, да и. Итак, экскурсия по утреннему морозному зимнему Грозному. Говорю, экскурсия по утреннему морозному зимнему Грозному. Да, идем по улице Грибоедова. Так нам культурно просветимся. Спортивный центр Колизей, в котором проходили некоторые эвенты и CB джиу-джитсу. И Берку джиу-джитсу тоже. И Берку джиу-джитсу тоже. Собственно, все, наверное. Кстати, подожди, я CB джиу-джитсу никогда в Колизее не проводил. А это только Беркут был здесь? Да, Беркут здесь был, последний, Беркут третий. И ВБЖ тоже тут был. И ВБЖ был, да, и CB никогда не проводили здесь. Пока мы спали, Али открыл ресторан в Грозном. Оттуда всех приглашаю. Самая вкусная курица в Грозном. На углях, кстати. Правильно, времени зря не терял. Ты знаешь, как я люблю еду? Да, у тебя курица узбекская. Я полгода в гетто жил. Курица — это мое тебе. У тебя курица узбекская. Какая узбекская? Узбекская курица, сам написал. А, блин, ладно, узбекская курица. Я могу стоять, ты можешь лежать. Ты можешь вставать. Да, это не стою. Вов, ты готов? Да. Давай. Голову тянуть. В общем, схватка у меня через 20 минут. На взвешивание меня пока не вызывали. Схватка через 10 минут. Меня по-прежнему не вызвали. Ждем. Я настроен уверенно. Думаю, победить. Больше чем уверен, первую схватку затащу. Как тебе моя первая схватка? Слушай, Женя, если бы ты всегда так боролся, я прям вот никогда в жизни больше бы не нервничал, наверное. Вот так всегда нужно бороться. Пришел, увидел, победил. Вернее, пришел, не увидел и победил. Ну как, смотри, уже середина турнира, как ощущения? Ощущения? Ну, давай до конца подождем. Не, ну пока, все нравится. Все вроде бы по графику идет. К сожалению, много не присутствующих, если не все пошли еще. Ну, как бы человек 10, по-моему, уже за неявку дискуссия. Так, в общем, нормально все. Вроде бы все идет по расписанию. Оказывается, надо было просто запустить чемпионат. В общем, я закончил свою серию побед легендарную на третьей схватке. Ну, что и ожидаемо. На турнире произойдет еще много всего интересного. Вот, а мы пойдем есть много чего интересного, потому что я этого... Сначала тебя свинюшку искупаем. Да, сначала меня свинюшку искупаем, потому что здесь так принято купать свинюшек. Здесь их обычно режут. Вот, а потом устроим небольшой гастрономический тур. Бля, студенты, влогеры какие-то, что ты, что Володя, блин, нормально с вами никуда не пойдем. У Али вообще привычка или со мной, или с Беляевым ездить в Чечню. Да. А вот и я. Привет. А у тебя какой шаблон записал? Привет, 5-2. Я 5-2. Просрал 5-2. Блин, потому что тебя... надо греться перед выходом на схватку. О, я не поэтому. Я потому что плохо борюсь. Завтра его борется, да? Вот.
Олег. Все гораздо проще, чем ты думаешь. Да. Я был нормально. Поэтому на будущее, ребят, перед выходом на садку обязательно прогревайтесь. Обязательно прогревайтесь и научитесь бороться. Если не научились бороться, лучше не выходить на соревнования. Да, потому что ты сдохнешь сразу же. И на вторую ты уже не пойдешь сам. Пойдешь сам, да. Лучше сдохнуть на разминке. Это я уже, как бы этот опыт я знаю.